Всем привет! Меня зовут Томас Перри. Меня зовут Скрипа. И сегодня совместно с сайтом guitaristov.ru по результатам опроса, который мы проводили в нашей группе, мы разберем песню Smells Like Teen Spirits группы Nirvana. Но не оригинал, а версия Modern Acoustic. И напоминаем вам, что в этом выпуске мы начинаем разыгрывать наушники фирмы Philips. И обо всех подробностях мы расскажем вам в конце видео. Так как я не виртуоз классической игры на гитаре и не играю так, как этот парень, мы будем разбирать эту песню по частям. Мы ее играем на полтона ниже, чтобы было удобнее играть. По идее, можно поставить каподастер на первый лад и играть все то же самое. То есть, если без каподастера вы играли на третьем ладу, то с каподастером вы играете на четвертом ладу. Мы играем квинт-аккордами ми, ля, соль и до. Играем в таком ритме. Мы бьем два раза по первому аккорду и дергаем вторую и первую струну. Остальные три аккорда идут в таком ритме. Мы бьем два раза, делаем паузу и дергаем струны. Мы дергаем шестую струну два раза, потом вторую струну, открытую и на третьем ладу, затем пятую открытую и первую открытую. Потом мы зажимаем вторым пальцем четвертую струну на втором ладу и дергаем четвертую третью. Потом мы зажимаем квинт аккорд соль и дергаем шестую, пятую, четвертую, первую. Во время того, как мы играем первую струну, мы отпускаем квинт аккорд соль и ставим второй палец на третий лад пятой струны. Играем пятую струну, зажимаем вторую струну на третьем, первом ладу и открытую. Для мягкости звучания можно сделать легато. Вторая часть начинается так. Мы ставим второй палец на второй лад пятой струны, играем шестую, пятую. И на второй струне играем на первом ладу и открытую. Потом играем пятую открытую. И ставим второй, третий палец на четвертую, третью струну на втором ладу. Играем пятую, третью, четвертую. И отпускаем третий палец. Опять ставим квинт-аккорд соль. Играем шестую, пятую, четвертую, вторую. Зажимаем пятую струну на третьем ладу, третью струну зажимаем на втором ладу, играем пятую, третью на втором ладу, третью открытую. И после этого зажимаем третьим пальцем на четвертом ладу четвертой струны. Все вместе. В этой партии мы совмещаем бас, гитару и вокал. То есть гитарную партию.
вокальную партию и бас-партию. Одновременно дергаем шестую и вторую струну. И потом еще раз шестую. Получается. На четвертой струне у нас стоит палец на пятом ладу. И мы играем четвертую и первую одновременно. И играем четвертую струну на четвертом ладу. Потом все то же самое, только вместо шестой струны мы дергаем пятую. Потом ставим первый палец на третий лад шестой струны. И вместо пятой струны мы играем шестую струну на третьем ладу. После этого ставим первый палец на третий лад пятой струны. Мы играем одновременно пятую и вторую струну один раз. Потом играем на четвертой струне пятый лад. И когда мы играем четвертую струну на четвертом ладу, мы вместе с ней дергаем первую струну. А после играем четвертую струну на втором ладу. Этот момент медленно. Мы это играем 4 раза, но 4-й раз мы не доигрываем. И потом начинается припев. Мы зажимаем четвертую струну на десятом ладу, третью струну на девятом ладу и вторую струну на восьмом ладу. И дергаем вторую, третью и четвертую струну два раза. И потом первый палец перемещаем на седьмой лад на второй струне. И дергаем один раз. После этого мы дергаем шестую открытую струну и сразу же первую и вторую открытую. Потом дергаем шестую и пятую. Зажимаем первую, вторую и третью струну на пятом ладу. И дергаем три раза. И ставим первый палец на третий лад шестой струны. И сразу после этого ставим четвертый и третий палец на третий лад первой и второй струны. Потом играем пятую струну на третьем ладу и ставим первый палец на вторую струну первый лад. И дергаем три раза вторую и третью струну. После этого ставим второй палец на второй лад третьей струны. И дергаем шестую открытую, и после этого вторую и третью струну. Это все одно и то же. Ну зачем объяснять одно и то же? Хотя что? Если ты один раз объяснил один квадрат, там по сути идут все квадратные этими теми. Ну, по сути, то, что ты играла сначала, вот с самого начала, да, точнее, этот момент. Ну точно. Нет, с самого начала. И там то же самое. Проигрыш играется квинтаккордами на пятой струне. Играем седьмой, шестой, седьмой, восьмой лад. В таком ритме. После этого мы делаем флажолеты на 12-м ладу, на нижних трех струнах.
дальше мы играем на 7, 6, 7, 12 и 10 ладу. В таком ритме. Обе эти части поочередно играются два раза. Для полноты картины вы можете посмотреть видео с этим парнем. Когда вы соедините и сыграете все эти части, у вас получится более упрощенная версия. А теперь по поводу конкурса. Для тех, кто не в теме, мы провели первую серию краш-тестов с наушниками Philips Onion. Мы ждем от вас ярких креативных идей. О том, как еще мы можем испытать их на прочность. Давайте только без банальщины. Типа проекция машины или скинуть с крыши. Твои варианты вы можете писать в комментариях здесь на YouTube. Или специальной теме в нашей группе ВКонтакте. Каждую неделю мы будем выбирать самые интересные и необычные идеи. Реализуем ее, а автору подарим наушники Philips Onion. Подробнее о которых вы можете узнать в этой группе. Подписывайтесь. Оценивайте. Всем пока.